Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы находимся на сайте нового проекта iZeeds, который называется... Здесь есть возможность выбора языка. Вот видите, автоматически у меня вышел на русский. Очень удобно, когда можно смотреть на своем языке. Сразу видим, да, что есть white paper и one pager. Кому интересно, вы можете прочитать и ознакомиться. А также есть все ссылки на социальные сети. Это Facebook, Medium, YouTube, Twitter, Telegram. Но все, что необходимо, есть. Как мы видим, ISO еще не началось. Скоро начнется, так что есть возможность пока ознакомиться с проектом. Здесь мы видим основные оценки ICO каталогов. Мы видим 4.6 из 5, ICO Bench 4.2 из 5 и вот последние 9 из 10. Достаточно высокие оценки. Также есть ознакомительное видео, всего лишь 1 минута, но это чтобы все поняли. Что такое iZeeds? Это открытая блокчейн-платформа для независимых разработчиков игр с элементами дополненной виртуальной реальности. Здесь будут созданы равные возможности для всех рекламодателей, разработчиков и игроков. Здесь аудиторию озвучили уже в 47 328 человек, уже 23 рекламодателя и поддерживают проект 11 человек. Собственно, рынок мобильных приложений, интернет-рекламы приносит, вот как мы видим, какую цифру в год. Это баснословно деньги, конечно. И здесь планируется, вот видите, сумма 189 миллиардов, то есть а за 3 года увеличение практически там в 5 раз, да, получается. Собственно, вовлеченность стран мы видим, да, США основная, затем Китай, Великобритания, Япония, Германия, ну, Россия 1% всего лишь. 46% населения мира – это владельцы смартфонов, поэтому рынок мобильных приложений будет, конечно же, расти. И также будет расти мобильный шопинг. Владение токенами дает право на эмиссию игровых токенов, каждый из которых – это рекламное сообщение с уникальным дизайном. Это единственная на сегодняшний день криптовалюта, приносящая прибыль и пользу от владения ей без спекулятивных манипуляций. Каждый владелец токенов – это рекламодатель. Ну, соответственно, внутренняя биржа здесь будет. И 23 рекламодателя, 30 готовых сценариев, что из себя представляют токены. Soft cap, как мы видим, 5 миллионов долларов. Hard cap 25 миллионов долларов. Длительность баунти программы. Ой-ой. Достаточно весомый срок. Так, и один токен будет стоить 1 цент, получается.